Да вы так в Питере загорели. Что-то я даже не знал, что в Питере так можно загореть. Все такие загорелые. В Петропавловке, да? Ария Кришна. Ага. Кай Гоура Мадур Сваре, Кай Гоура Мадур Сваре, Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе. Харе Раму, Харе Раму, 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 Харе Харе. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе. Дако, саду хари бхуле дако. Крита ке ване дако, саду хари бхуле дако. Дуке, дуке, було на ко, вадане, хари нам короре. Асуке, дуке, було на ко, вадане, хари нам короре. Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе. Харе Раму, Харе Раму, 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 Харе Харе. Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе. Харе Раму, Харе Раму, 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 Харе Харе. Мам.
Майя джале бандо хое, ачо мече каджилое. Майя джале бандо хое, ачо мече каджилое. Chetano peye Radha Madhur nam bolore Balu gai gura madhur swaye Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Krishna, Krishna, Hare Hare. Hare Ramu, Hare Ramu, 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 Hare Hare. Hare 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 Ramu Hare Ramu 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 Hare Hare Шеша на Боджиле Хришикеша Бакко Тиви Ноду Подеша Экбар Нам Расем Матуре Бакути вино рупадеша, Экбар нам расе матуре. Балу гай гора мадур сваре. Харе Кришна, Харе Кришна, Krishna Krishna Hare 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 Ramu Hare Ramu 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 Hare 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 Krishna Krishna, 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 Hare Hare. Hare Ramu, Hare Ramu, Ramu Ramu,
Дай гора Харибо, 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 Харибо. Шри Гуру Гауранга Радха Мада Шри Ки Джай, Шри Хари Нам Санкиртан Ки Джай, Кринда Ки Джай. Харе Кришна. Неожиданно Джай Шри Гуру Махараджа Ки Джай. Шри Говинда Махарадж, когда пришел в Шри Чайтанья Сарасвати Матх, он был очень квалифицированной личностью и знал множество вайшнавских песен. И Бенгалия – это в особенности Гоура Мандала, где явился Махапрабху и его спутники, славится тем, что праздник урожая, поминки, похороны, свадьба – все заканчивается, начинается с киртана. Так же, как у нас есть социальная жизнь, и мы падаем лицом в оливье, поем песню «Эй, мороз, мороз, не морозь меня». Также в Индии, в Бенгалии, в принципе, все связано с Кришной. Чем бы люди ни занимались, либо кто-то рождается, либо кто-то умирает, либо у кого-то день рождения, либо кто-то хочет, как говорится, проставиться, выкатить свадьбу. В той или иной степени люди будут петь вайшнавские песни, потому что больше песен других нету. Немножко есть еще других песен, но вайшнавские песни, песни святых, они в крови у всех жителей. Когда Шрила Говинда Махарадж пришел к Шриле Шридхару Махараджу, то один из брахмачари, который его привел, он сказал: этот мальчик знает все вайшнавские песни. От Наротама до Джаядева. И Шрила Шридхара Махарадж задал ему вопрос, он сказал: сможешь ли ты забыть всему, чему тебя учили? И Гурудев говорит: тогда я был очень наивным, искренним, преданным, и сказал: да. Потом Шридхара Махарадж сказал: сможешь ты следовать не тому, что тебе говорит ум, а тому, чему тебе говорю я. Гурудев говорит: я был очень молодым, наивным, и сразу же сказал «да». И только потом я понял, как трудно справиться со своим собственным умом, потому что часто очень ум говорит нам очень разумные вещи. Ум не всегда враг человеку. И очень трудно разобраться, когда ум подкрался к тебе как враг, но, как правило, ум делает всегда это в обличии друга. Поэтому Шрила Гурудев сказал «да» и согласился с тем, что будет, забудет все, что знал раньше, очень трудно забыть, и будет следовать. И Гурудев говорит: я был очень молодым и наивным, поэтому я сказал «да». Сейчас бы я, может быть, подумал. Но в силу своей удачи, в силу своей духовной природы и духовной склонности он сказал «да», и тогда Шрила Шридхара Махарадж посмотрел на него и сказал: из всех песен, которые для тебя важны, вот Гауди Гитанджали, песенник, начни с 30 песен Шаранагати, песни о самопредании души, но из них выучи две. Первая – «Эмана Дурмати Самсара Битара», а вторая – «Киджани Киболи». И обе эти песни, они, по сути дела, говорят о том, что без предания душа не может обрести милость Господа. Поэтому, сколько бы ни прошло лет с тех пор, 70-60, Гурудев всегда начинал различные собрания, выступления с этих двух песен. Первый он пел эту песню «Эмана Дурмати», мы сейчас ее споем. Она на 70-й странице.
Эмона дурмати самсарабхитаре пурияя чинуами. Эмона дурмати самсарабхитаре пурияя чинуами. Таба ниджа джана куну маха джане падай ядиле туми Дая коре море потита декия кохело маргия Ohe dina chano shuna bala kana Na ula sita bhiya Tamare torite shri krishna chaitanna Navadipo yavatar Томоге но като дино и но джане Кориле но бхаво пар Эдхеро протяго рахи барно тарна Рукна барна випрасута Махапрабху наме Надия Матар Сангубай Овадхута Нанда Сутта Джинне Кайтана Гошай Ниджанама Коридана Тарила джагат, туми о джая Лони джапари транна Те канха шуния, асия чинатха Тамара чорана тале Кати винода, кандия кандия Апона кори боле Эмона дурмати, самсара бхитаре Пурияя чинуами Даже я спросил Гурудева, ну, улыбаясь соответственным образом, спросил его, можно задать дурацкий вопрос? Гурудев сказал, да, конечно. Дурацкий вопрос всегда можно задать, потому что... Нет, потому что гуру никогда не принимает оскорбления своего ученика. В целом положение гуру... достаточно сложное. Гуру знает, что если ученик ослушивается его, то это будет гуру-апаратха.
Поэтому гуру он никогда не принимает, это как ребенок и отец. Гуру всегда знает, как ребенок, только очень взрослого, зрелого ребенка гуру может попросить делать какое-то служение, там, отчитывать. Маленького ребенка, пока ребенок не вырос, гуру никогда не будет спрашивать. Поэтому, когда у меня были разные вопросы, сомнения, я всегда говорил, можно задать дурацкий вопрос? И Гурудев улыбался, говорил, конечно, можно. Была такая книжка Шрилы Прабхупады, «Совершенные ответы и совершенные вопросы». О ней Шрила Шридхар Махарадж сказал так. Ответы могут быть совершенные, но совершенные вопросы крайне редко. Иногда на страницах Шримад Бхагаватам мы услышим, что Махарадж Парикшит задает Шукадеву вопрос, и великий йог Шука отвечает, он говорит, это вопрос очень важный. Например, один из вопросов, который задает Шукадев Парикшит, это такой достаточно интересный вопрос. Вроде бы как мы в этом мире живем, привлеченные объектами чувств, из которых влечение к противоположному полу самое сильное, но мы также очарованы красотой, богатством, нам нравится прекрасная природа, погода. Почему эти чувства, почему религия учит нас контролировать чувства? Это целая идиотская вещь. Зачем нужно контролировать чувства? Сам никак не могу разобраться в этом. Вот. И если Господь наделил нас чувствами, то зачем Он дал нам чувства? Например, если бы Господь не наделил нас чувством вожделения, нам нечем было бы бороться. Или Господь лишил бы нас, например, чувства жадности, все было бы хорошо, мы бы стали добрые сразу же. Поэтому Парикшит задает Шуке вопрос, очень хороший, почему, зачем нам нужны чувства? И Шука говорит, это очень хороший вопрос, царь, это достойный вопрос, потому что этот вопрос волнует любого человека в этом мире. Каждый человек наделен чувствами, и каждый человек в той или иной степени готов отдать кому-то или чему-то свое сердце. И есть те, кто с помощью мистической йоги лишь на какой-то короткий момент могут взять свои чувства под внешний контроль. Но они, как правило, оказываются безуспешны, ибо чувства предназначены для великого. И тогда Шукадев начинает раскрывать суть Кришна-концепции. И тогда позже на страницах Шримад Бхагаватам он приведет пример Махараджа Амбариша, великого преданного, который глаза задействовал в созерцании Господа, уши задействовал в слушании молитв, язык задействовал в почитании просада, руки задействовал в том, чтобы убирать храм, ум задействовал в конечном итоге, чтобы собрать все эти чувства в единое, и всегда пребывал в совершенном сознании Кришны, даже будучи царем, материалистом с внешней точки зрения. Махарадж Амбариш, окруженный роскошью, богатством, слугами, всегда был занят созерцанием Господа. Ничто не могло повлиять на него. И даже великий йог Дурваса, который случайно не смог узнать положение, великое положение царя Амбариша, оскорбив его, был вынужден спасаться от гнева чакры Господа Вишну. И лишь обретя даршан самого Господа Вишну, он узнал от него славу Махараджа Амбариша. Хотя Дурваса был великим интеллектуалом, был йогом, он мог с помощью тонких чувств видеть, слышать то, что происходит во всей Вселенной, и с помощью медитации мог создавать целые Вселенные, но ему не хватило элементарной скромности и гордыни распознать преданного. Возгордившись своим положением, он пострадал, но это лила Господа, и Господь показал, что положение преданного крайне сложно определимо. И возвращаясь к вопросу, совершенному вопросу или несовершенному вопросу, Шрила Шридхар Махарадж сказал, мы можем найти на страницах Бхагаватам беседы мудрецов, но когда речь идет о несовершенном, вряд ли несовершенное может так легко вопрошать о совершенном. Я спросил Гурудева, можно глупый вопрос? Он сказал, конечно. Большинство наших вопросов глупые.
По двум причинам. Первое. Они являются проявлением нашей несовершенной природы, если они искренние. А второе. Они связаны, как правило, с нашим праздным интересом. И однажды даже Шрила Сиддхартха Махарадж ответил одному из преданных. Он сказал: ты знаешь, у тебя очень много хороших вопросов, но ты совершил одну ошибку. Ты спутал меня. И преданный сказал: с кем? Он сказал: со справочным бюро. Есть такой телефон справочного бюро, вы можете позвонить туда, задать любой вопрос. Ну вот. В этой связи можно сказать, что петербургская целевая аудитория – это группа крайне любознательных людей. Когда мы как-то делали японскую выставку, я помню, что в Москве никто ничего не хочет спрашивать, а в Петербурге каждый слушатель, он: а почему так, а почему это, расскажите. Я думал, какой любознательный человек. Но сознание Кришны не должно удовлетворить наше праздное стремление к познанию. Ибо наше праздное стремление к познанию в категории самоудовлетворения тоже не является подлинным. Поэтому Шука очень четко ограничивает нам рамки вопросов. Он говорит: тот вопрос хорош, который воистину касается самой сути живого существа, и тот вопрос, который ты задал, о царь, он хорош как для начинающего человека, так и для великого практикующего. Ибо чувства и их связь с объектами чувств крайне важна для нас. И вот среди множества объектов чувств, которые в этом мире являются иллюзорными, единственный подлинный объект чувств является Господь. Ибо Он единственная реальность, по сути дела. И поэтому чувства созданы для великого. Но мой вопрос к Гурудеву был, конечно же, не на уровне Шукадева Госвами или Парикшита. Это был простой вопрос. Я сказал: скажите, пожалуйста, почему вы поете эту песню всегда? И Гурудев сказал: в целом, это не единственное, что я пою. Существует множество прекрасных духовных песен. Есть песни, которые описывают глубокие трансцендентные переживания. Эти песни, они могут удовлетворить глубину сердца, укушенного любовью, разлукой к Богу. В сознании Кришны поэзии и музыке уделено чрезмерно большое место, но не поэзии, музыке «Ты меня любила, а потом забыла, и за это мурка получай», а поэзии, которая способна удовлетворить сердце, которое страдает от любви в разлуке с Господом. Такой очень интересный момент. Когда мы говорим об этих вещах, к Шанкарачарье однажды пришел один монах, очень гордый монах, он сказал: я хочу научиться от вас божественной любви. Может быть, даже не к Шанкарачарье, а к какому-то другому из святых. Он сказал: о, божественной любви? Это очень интересно. А ты хоть знаешь, что такое небожественная любовь? Человек очень оскорбился и сказал: я с раннего детства монах, а вы мне говорите какие-то вещи. И тогда тот святой ему ответил: ну, раз ты не знаешь, что такое небожественная любовь, как же я тебе могу объяснить, что такое божественная любовь? Ну вот. И тут радостно бы сказал: а что, похоже, похоже, да? Но читая Чайтамрита, это говорит, разница между мохой и премой состоит в том, что моха, вожделение, полностью противоположно преме любви. Да, похоже, только с точностью наоборот. Если в этом мире мы увидим, что наше чувство привлекается какими-то личностями или объектами чувств, и столь глубоко мы можем медитировать, когда Абильма Вангал Такур думал о проститутке, он не мог ни спать, ни есть. И в конечном итоге он не выдержал и бросился бежать ночью. Была гроза, буря,
И Ганга разлилась, и тогда Бельмолгал-Такур поплыл на другой берег. Но когда он плыл, он начал тонуть, и только лишь, как сказано, утопающий хватается за соломину, Бельмолгал-Такур хватился за что-то такое плавающее. Это оказался труп, вздутый труп человека. И тогда Бельмолгал-Такур в обнимку, вздутый труп, зловонный, пахнущий. Вожделение обладает такой удивительной силой, что с помощью него даже можно похудеть, например. Это так. И вот он плыл на... Это мотивация. И вот он приплыл на труп, и когда он видел, что дом проститутки Чинтамани закрыт, он, не задумываясь, стал карабкаться по стене. Но так получилось, что в это время змея, питон, который висел на стене во время дождя, буря, он даже не разобрался, что это питон. Он схватился за него, как за веревку, и быстро подтянулся. И быстро пробрался. Он стал стучаться. Куртизанка, она подумала, что это, кто это, что такое, что это. Она открыла ему дверь, и вдруг она увидела там, типа, Вася, это я, Маша. Я сказала, что с тобой? Откуда ты? Он сказал, отряхиваясь, да так, просто плавал, решил заплыть к тебе, как обычно, там, на чаек. Она сказала, а почему у тебя такой запах? Он сказал, запах? А что такое? Ну, я плавал там с кем-то, судя по всему, с другом. А где друг? Ну, он уплыл дальше. Она сказала, судя по всему, твой друг как бы не пользовался дезодорантом Армани. А как ты сюда попал? Как я сюда попал? А как сюда попал? Очень просто. Ты выбросила веревку в окно, я по ней залез. И когда пыхнула молния, вдруг она увидела уползающую змею. Сказала, только что ты говорил мне, что вот там веревка. Я увидела, что ты преодолела смертельную опасность, чтобы попасть ко мне. Что ты хочешь? Знаешь, да, что у меня есть приемные часы рабочие. Вот. И есть выходные. Он сказал, ну как же? Неделю назад мы провели столь прекрасное время. Я, как бы, правда, у меня сейчас нет денег, но это не важно. Я абсолютно пришел с чистыми намерениями. Она сказала, даже не вопрос стоит о том, что у тебя сейчас нет денег. Даже не вопрос стоит о том, что у меня сейчас выходной, нерабочий день, неприемные часы. Все это ерунда, по большому счету. Есть только одна вещь. Столь глубокое чувство любви, которое ты вдруг испытал ко мне и признался сейчас, столь иллюзорно применимо к тому, что ты ищешь в ответ этой любви, что я даже не знаю, как тебе сказать, то ли ты дурак, то ли ты энтузиаст. Но если ты энтузиаст, я должен тебе открыть одну очень важную тайну. Если в твоем сердце родится стремление к столь глубокой любви, и ради этого стремления, ради этой любви ты готов переплыть реку на трупе, залезть по забору по змее, ты должен помнить такую вещь. Столь редкий энтузиазм тоже является даром Божьим. И это глубокое чувство, оно поможет тебе достичь любви к Господу, если ты действительно любви ищешь. Тогда Бельмолгал был шокирован. Это была не вспышка молнии и уползающий питон или плывущий труп по Ганге. Это Кришна, который говорил ему. И он понял, что через голос проститутки к нему обратился Господь. Он позже понял. Тогда это просто был шок. И отвечая на мой вопрос, Гурудев сказал, мы всегда связаны с высшим миром. Но каким образом? Позитивное обладает удивительной способностью привлекаться негативным.
для отца или матери больной ребенок или неуспешный ребенок может быть гораздо важнее, чем тот, кто успешен или здоров и совершенен. Удивительным образом, что безграничное в высшей степени позитивно, но для того, чтобы к плюсу привлечь что-то, необходим минус. И этот минус проявляется в разных аспектах. В первую очередь он проявлен в том, что живое существо начинает искать. И поэтому такие великие преданные, как Кунти, которые говорят: «Випадахста ватат шашват татра татра джагадгуру, даршино бхаватам ешят апунах бхавадаршинам». На самом деле, великие преданные Господа, они вовсе не просят мира, покоя, защиты, исполнения материальных желаний. Эта часть религии называется кайтава-дхарма, или то, что полностью отвергает Шримад-Бхагаватам. Кайтава-дхарма – это когда ты мне, я тебе свечку, ты мне Мерседес или там зачет. Кайтава-дхарма – это когда ты моя защита, опора, а я эксплуатирую тебя, ты же Бог. Ну вот. Но один преданный задал мне вопрос, он сказал: это действительно так, то, что вы говорите, это правда. Но я говорю: это не я, это Шримад Бхагаватам. Но как же нам тогда стоит относиться к Господу? Что это значит, что мы совсем на Него не должны надеяться? Нет, конечно. Один из принципов предания, которые описаны в этой песне Аманадурмати, звучит так: «Ану кульяся санкалпах пратикули виварджанам, ракшишатити вишвасо, гоптитве варанам татха, атманикшепам, карпаньям, шадвидха шаранагатих». Шесть аспектов. Один из аспектов предания – это ракшишатити вишвасо. Всегда помни, что мы принимаем защиту Господа. Господь является покровителем. Он является покровителем преданных. И поскольку Господь является покровителем преданных, то первая наша задача – это стать слугой преданных, слугой вайшнавов. У нас такой ролик снял про Шурика, если смотрели вы. Помните про Шурика? Диалог Бхакта Шурик в интернете. Ну, мы переозвучили «Кавказскую пленницу». И Шурик говорит: и что, все так просто, я стану преданным? Ему говорят: нет, нет, ты станешь не преданным, ты станешь слугой преданного. А, окей, я понял. Само положение преданного столь возвышено, что если человек думает, что так легко стать преданным, то он глубоко ошибается. Преданность – это столь удивительное динамическое чувство, которое рождается в сердце, но удивительная вещь состоит в том, что тот, кто преданностью обладает, он в себе ее увидеть не может. Это как великая балерина, она танцует, и она думает: все, что я делаю, это отстой. А кто-то говорит: господи, да как она прекрасно танцует. Или какой-то певец, да, он думает: ну, сегодня я пел вообще депрессивно. А весь зал хлопал, рыдал в слезах. Но певец знает, что он мог это сделать гораздо больше, больше и глубже, но, может быть, в безумии собственного таланта он не в состоянии. Дальше, Кругуранград, Амады, Джузну, Киджай. Вот. Поэтому в подходе к безграничному должны быть определенные условия. Почему одни обладают недюжим умом, талантом, качествами, но не могут предаться Господу, тогда как другие могут не обладать абсолютно никакими внешними качествами, но они обладают глубоким проникновением в духовные сферы. И наоборот, очень важный момент, когда на каком-то духовном этапе мы достигаем какого-то результата, может произойти так, что мы теряем достигнутое. Потому что в силу своей природы
характер человека всегда изменяется. Поэтому драматурги говорят, грешники становятся святыми, святые становятся грешниками. Ну, только когда грешники становятся святыми, это очень позитивный момент. А что происходит, когда святые становятся грешниками? Такова природа человека. Он поднимается до какого-то определенного уровня. Это как спираль. Духовный путь, он не такой вот, что ты вот так вот поднимаешься. На самом деле духовный путь – это такая некая спираль, в которой ты, ну, как в спирали, сначала идешь вверх, а потом ты идешь вниз, а потом ты опять поднимаешься вверх, но это уже другой уровень, а потом ты опять опускаешься вниз, но это уже другой уровень, и так далее, и тому подобное. Поэтому тренд развития личности состоит в том, что человек проходит через разные ступени, этапы. И происходит это благодаря тому, что человек неоднократно наступает одни и те же грабли, но не негативный опыт рождает его прогресс. Прогресс рождает позитивный опыт духовного общения, позитивный опыт самоосознания, самоанализа. И поэтому я задал Гурудеву такой дурацкий вопрос, и он ответил мне, почему среди всех песен, которые он знал, его учитель Шрила Шридхар Махарадж сказал, вот эти две песни о самопредании выучи, если ты будешь петь их всю жизнь, то ты всегда будешь начинать процесс безграничного, исходя из своих ограниченных возможностей. Если ты будешь думать о себе как о несовершенной личности, то ты сможешь привлечь совершенство, по совершенству придут к тебе. И наоборот, если ты будешь думать о себе, что ты совершенная личность, то как только ты подумаешь о себе, то все совершенства, они тебя тут же покинут. И Гурудев сказал, что я был очень плохим учеником. Долгую жизнь я был плохим учеником. Но мой учитель сделал меня совершенным, не оставив мне выбора. Удивительная вещь. Я подумал, какая страшная вещь – выбор. Однажды Стива Джобса спросили, а как вы предлагаете своим клиентам маркетинг-тесты? Как вы делаете своим клиентам возможность выбора? Стив Джобс сказал, выбор? Это ужасная вещь. Дай человеку выбор, он выберет себе такое. Он сказал, я пытаюсь дать ему лучший телефон, лучший компьютер, лучший девайс. А выбор я оставляю совсем небольшой. И если бы у нас с вами была возможность выбора, ко мне пришел вчера один молодой человек, сказал, все-таки я очень люблю сознание Кришны, но мне нравится Шива. Я сказал, прекрасно. И все-таки я люблю Шиву, но мне нравится Кришна в какой-то степени. Я сказал, великолепно. Ну вот я склоняюсь перед Вишну еще. Я сказал, так вы почти индус. Но до какой-то степени все-таки я понимаю, что между Шивой и Вишну есть разница. Я говорю, до какой-то степени она существует. Но все-таки расскажите мне, в чем разница между Шивой, Вишну, Кришной и... Я сказал, вы не переживайте, это у вас не от продвинутости. Это просто от больной головы. В реальности вы не знаете ни первого, ни второго, ни третьего. Но вам кажется, что вы знаете. И вы хотите выбор. А выбора у вас, по большому счету, нету. Как Васудев Гош, он говорит, если бы Махапрабху не пришел в этот мир, где бы я был? Как говорит вайшнавские песни, если бы Гауранга не явил столь глубокое чувство божественной любви, что бы мы знали о Кришне? Разве могли бы знать о Радхаране что-нибудь? И я говорю, у вас существует выбор до тех пор, пока вы просто не погрузились больше в личность Гауранги, потому что в личности Махапрабху вы найдете все. Вы не сможете не очароваться им. Шридхар Махарадж сказал, в молодости мне не нравился Кришна. А кому он нравится? Рама, идеальный царь, пацан сказал, пацан сделал. Кришна дает слово, потом берет его обратно. На поле боя Курукшетра
Кришна какие-то делает совершенно непонятные движения. Трудно понять Кришну. И часто Шива гораздо более величественный. Но Шридхар Махарадж сказал, ну это было в молодости. До того, как я познакомился с вайшнавами. Но после того, как я познакомился с вайшнавами, и тогда Кришна мне не нравился. Особо. Ну, как бы, я не чувствовал стремления к нему. Но произошло так, что я стал постигать личность Гауранги. Личность Гауранги всегда меня очаровывала. Он пришел в Навадвипдами как великий ученый. Он принял саньясу ради блага всех живых существ. Он оставил прекрасную жену, мать и странствовал по всей Индии, давая наставления духовной жизни. Это мне очень понравилось. В нем я увидел некий образ где-то в жертвенности, самопожертвования. Но Кришна, он не жертвователь, Кришна наслаждающийся. Как можно принять его? Но позже, когда я погрузился очень глубоко в личность Гауранги, она открылась мне, тогда я увидел, что на самом деле личность Гауранги – это и есть Кришна, Радха, Бхава, Дьюти, Субалитам, Номи Кришна, Сварупам. Это Кришна, который принял сердце и сияние Радхарани. Это, как я всегда долго думал, с чем сравнить, и часто мы говорим, шампунь и кондиционер в одном флаконе. И хоть это кажется смешным, но это две субстанции, которые абсолютно единые, и только когда они соединяются в единое, они открывают тот самый невероятный поток Кришны Премы, Божественной Любви, которая, как говорил Рупа Госвами и другие вайшнавы, была скрыта за печатями. Поэтому в Джайвадхарме возникает такой вопрос у одного из бабаджи к другому. Он говорит, вот вы говорите всеми Чайтанья, Чайтанья, Бхакти, Бхакти, Кришна Према, любовь к Кришне, любовь к Богу. А потом до этого вы говорите, любовь к Богу была всегда, она вечная, она описана в Ведах, Нарада Панчаратра, ведические писания, Махабхарата, Рамайна. А как, почему вы тогда говорите, что Чайтанья принес любовь к Богу? Анарпита Чарит. И пожилой бабаджи говорит, что это хороший вопрос, потому что я сам задал его Шиле Санатане Госвами, одному из великих шести Госвами Вриндавана. Я ему задал такой вопрос. Почему вы столь очарованы той концепцией, которую принес Гауранга Махапрабху, хотя до этого был Кришна приходил, и Рама, и вообще любовь к Богу – вечный процесс. Почему Чайтанья? И тогда Санатан Госвами сказал, на этот вопрос не существует стандартизованного ответа в священных писаниях. По одной простой причине. В целом все священные писания имеют дело с Брахманом, имперсональным аспектом. И лишь определенная группа священных писаний, описанная в Шримад-Бхагаватам, Веды, мы очень часто говорим там Веды, поведение, русские Веды, таджикские Веды, но удивительная вещь, Веды в Бхагаватам описан момент, когда олицетворенные Веды, понимаете, что такое олицетворенные Веды? Веды – это личности. Обращаются к Кришне следующими словами. Они говорят, прости, мы не смогли тебя понять. И Госвами хорошо комментирует свое сравнение. Один из великих писателей сказал, вы знаете, каким бы великим Куприным, там, Пелевиным, Толстым, Булгаковым я не был, я не могу для вас описать запах и вкус кофе. Постарайтесь описать. Есть такая в ролике, посмотрите ролик в интернете, называется «Доказательство Бога» из сериала «Чапаев». Там сидят рабочие, курят, революция, девушка выступает на сцене, они говорят, товарищи, ни один цивилизованный человек не признает существование Бога. Религия пыталась сделать из нас рабов. Теперь мы, униженные классы, должны думать сами за себя. Ни один цивилизованный человек, товарищи, не станет
верить в Бога. Вопросы есть, товарищи? Все курят. Ну, что же вы, задавайте. Все молчат. Потом один хохол встает и говорит: а вот скажи мне, я сам не могу ответить на этот вопрос. Что, товарищ, что вы хотите? Вот почему корова ходит такими лепешками? Он говорит: что? А лошадь такими вертухами ходит. А коза такими маленькими кругляшками. Можешь сказать мне? Он говорит: товарищ, я не ветеринар. В животных я не разбираюсь. Он говорит: ну вот видишь, ты даже в говне не разбираешься, а уже про Бога говоришь. На самом деле очень глубокое выражение, да, что кто бы в этом мире мог сравнивать одно с другим. Если мы откроем Писание Рупы Госвами, мы увидим, он говорит, что существуют разные грани, разные оттенки любви. Мы скажем: для нас оттенки, а что, в любви есть оттенки? Он скажет: да, в ней существует и гнев, и гордость, и стремление постичь возлюбленного до такой степени, что ты перестаешь ощущать, а высшая стадия любви – это смерть. И он начинает рассказывать Бхакти Расамрита о качествах любви. Мы начали сегодняшнюю лекцию, что многие из нас в этой жизни удостоверились в том, что мы не можем принять любовь простого человека. Там, родители, мужчины, женщины. Часто бывает, что родители умирают, и сын или дочь плачет, потому что они говорят: я в свою жизнь не смогла удовлетворить своих родителей. Или часто бывает так, что папа с мамой дарят ребенку на день рождения то, что им нравится, а не ребенку. Да, или говорят: ты должен быть таким, ты должна быть таким. То есть в этой жизни даже взаимоотношения между полами, между близкими, мы homo sapiens и разумные, мы не в состоянии до конца определить те чувства, которые испытываем сами и испытывают люди к нам. А Рупа Госвами, он говорит о оттенках божественной любви. Существует там 16 таких рас, под рас, такие-то ощущения, там сакья, вацалья, мадхура. В этой расе родители так к Кришне относятся, а в той расе относятся так. Кто это мог вообще сказать? Где это в Ведах описано? Поэтому Веды говорят: Кришне, если великие писатели этого мира не могут передать вкус кофе, что ж ты от нас-то хотел? Что мы передали твою сладость и красоту? Мы не смогли этого сделать. Мы с трудом литературно описали имперсональный аспект. Когда речь уже пошла о созерцании параматмы, уже пошел глубокий затык. И только Ведавьяс на страницах Бхагаватам шаг за шагом ввел нас в твою реальность. Ну и что вы думаете, что серьезный метафизик, он будет листать Кришна-лилу? Что за бред? Деревни, коровы. Вы что? Что это Бог, что ли? Бог это там. Там вселенский взрыв, из которого все и зашло, в которого все заходит обратно. Такой некий. Мы скажем: нет, подождите. Ницше, Шопенгауэр, другие читали это в Упанишадах. Если мы поедем в Германию, в Матильда Хилл, мы увидим, что шлоки Упанишад «Ом Пурнам, Пурнам, Пурнам Идам, из всего исходит законченное целое, оно рождается как законченное целое, является законченным целым». И все остальные шлоки Упанишад, написанные в Матильда Хилле
Потому что немецкие философы, архитекторы и мыслители, кстати, о немецкой философии, это основа европейского мышления современного. Они были очарованы упанишадами, они были, что все законченное совершенно, из всего исходит совершенное, как из матери исходит совершенный ребенок, и он совершенен, и он способен создать совершенное, и все уже было совершенно. То есть там можно с ума сойти, можно столько курить. Там были ходить с такими волосами и глазами, как Эйнштейн или там академик Перельман, который сидит там, ему миллионы не нужны, потому что он считает все. Гриша все посчитал. То есть, вы представляете, да? Великие ученые-мужи кипят от крупицы осознания его Айшвари, его могущества. Нам только все понятно, потому что мы... Поэтому, когда Ведавьяс давал Бхагаватам, прежде чем прийти к Кришна-лиле, он выдал атомную форму времени, метафизику, высшие низшие планеты, Санкхи-йогу, где там Господь Капила своей маме на пальцах объясняет, как из пяти элементов с помощью шестого рождаются 24 материальных элемента, как на это все воздействует вечное время, что такое Прадхан, Махататва. Никто вообще не понимает, что это такое. И тем не менее, это описано как материальный процесс, не как духовный процесс. Но Рупа Госвами взял и описал в Бхакти Расамрита Синдху состояние любви. И еще и сослался на Муни. Кто такой Муни? Бхарат Риша. Единственное главное драматическое произведение – это не Аристотеля на самом деле. Аристотель – детский сад. Бхарат Риша описал искусство, науку искусства, что такое раса, что такое взаимоотношения, что такое ритмы, талы, оттенки, переживания. Все это описано Бхарат Риша. И Рупа Госвами говорит, вот здесь Муни ошибся, а вот тут он просто не въехал. Ну вот. А вот это я вам сейчас расскажу относительно этого. Никогда, нигде прежде, объяснил Санатана Госвами, не было явлено столь глубокого, совершенного переживания любви к Богу, который принес читание Махапрабху. Именно поэтому, Санатана Госвами сказал, мы считаем, что это столь революционно. Как это возможно? А я скажу так. Пример очень простой. Никогда человечество не имело еще столь большого эксеса к информации. Когда я говорю человечество, я не говорю отдельных метафизических личностей. Я говорю человека, который может с айпадом войти в интернет. Никогда у человечества не было столь глубоких возможностей соприкосновения с информацией не далее, как 20 лет тому назад, так или нет? Вы себе можете представить, да, что я вам приду 30 лет тому назад и покажу вам маленькую какой-нибудь там самый дешевый, отстойный корейский телефон и скажу «телефон». Вы скажете «телефон? Вот телефон!» Вот с таким диском, вот с таким проводом, вот с такой ручкой, которой можно убить человека. Ты мне показываешь вот это. Я скажу, это самый отстойный телефон будущего, Nokia. Потому что в этом самом отстойном телефоне нет ни интернета, ни тачпада, ни софта. И тебе скажут, вы ругаетесь матом. Интернет, тачпад. Софт. Вы произносите непонятные слова. Это на уровне дикаря. 30 лет тому назад. Я прав или нет? Прав, да? Даже этих терминов не было в понятии. Так представляете, если бы не пришел Гауранга Махапрабху, неужели мы бы с вами не могли сидеть здесь, в Санкт-Петербурге, и не созерцать божества Радхи и Кришны? Радха Мадхава, гуру Гауранга Радха Мадхава. Никогда не было столь удивительных возможностей. Именно поэтому у «Газпрома» настолько зачесалось здесь что-то построить. Они даже хотели положить на весь город с прибором, как говорится, как Шариков сказал. Огромный небоскреб, чтобы он стоял как... Подожди, Виджай, подожди, спокойно. Я говорю о другой идее, что настолько
какая-то невероятная вещь происходит, что хочется что-то сделать, что-то копать. Человек находится под влиянием чуда. Никто не может понять, а в чем это чудо, а как это чудо. И вот Арупа Госвами и Санатана Госвами, они говорят, чудо произошло не в том, что в этом веке нашли компьютер. Мы часто говорим об этом. Чудо состоит в том, что приход Махапрабху, прошлое тысячелетие, конец прошлого тысячелетия, это полноразвитая теистическая духовная концепция, которая пришла в мир, который никогда прежде об этом даже не ведал. И сказано, что существуют великие ученые, существуют великие поэты, великие мыслители. Эти личности подобны светлячкам. Кто же не читал Толстого или Достоевского? Ведь они, как светлячки, они с собой освещают наш темный, депрессивный, примитивный мир. Но все это прекрасно до тех пор, пока на небосклоне не взошла луна на небе Гауды и не явился Гауранга. Явление Гауранга перекрыло всех. Даже великим светилом людей, которые внутренне, Толстой читал Гиту, Достоевский внутренне чувствовал, что великий инквизитор не зря говорит Христу, только не говори ничего нового. Они выносили с надрывом в своем сердце стремление отдать истину людям. И даже не ответили на главный вопрос. Зачем, почему и как? Они просто ставили его всегда перед собой в первую очередь. Великие писатели ставят перед собой вопросы. Кто я? Зачем я живу? Помните, да, там, кто я? Право имею или тварь смердящая? Кто это сказал? А? Раскольников, да. Я имею право или я тварь? Вот какие вопросы ставят великие писатели. Никто из них никогда не даже ставил себе задачу ответить на этот вопрос. Почему? По двум причинам. Первое, то, что они считали, что каждый человек должен искать на ответ на этот вопрос сам. А второй, никто из них не был безумцем, чтобы утвердить, что он знает ответ на этот вопрос. Но Махапрабху зачастую в читании Чаритамриты говорит: мне понятно утверждение Веданта-сутры, но меня смущает бессмысленные комментарии Шанкары. Ора, кто ты такой? Ну, это разумный вопрос. Имеешь ли ты право перекрыть комментарии великого Шанкары? Махапрабху говорит: не только они меня смущают, они, мне кажется, нелепыми. И тогда Сарвабхаума Бхаттачарья говорит: или я сумасшедший, или ты сумасшедший, или мы оба сумасшедшие. Я сейчас буду говорить тебе Атмарама Шлоку, и я дам тебе всю глубину моего понимания. Это великая шлока Атмарама, которая, в принципе, говорит о том, что переживает настоящий трансценденталист. И будучи до определенной степени трансценденталистом, Сарвабхаума Бхаттачарья начинает говорить, что переживает трансценденталист. Какие переживания истины испытывает тот, кто встал на путь просветления, достиг просветления. И Махапрабху слушает его и говорит: раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. И он говорит: это все, что ты сказал? Это очень круто. Это почти что высшая планка, что мог бы сказать смертный. Можно я добавлю к этому? И тогда Сарвабхаума начинает считать. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. И тогда Сарвабхаума понимает, это было что-то, что мог сказать смертный. Что мог сказать смертный, я до этого дошел. Но то, что говорит Чайтанья Махапрабху, начинается из мира бессмертия.
И когда Санатана Госвами его встретил, он сказал: я слышал о той легендарной беседе, которую ты провел с Сарвабхаумом, и ты комментировал ему 16 раз шлоку Атмарама. Не мог ли ты мне объяснить какие-то смыслы? Махапрабху сказал: это твое общество заставляет меня говорить о безграничном. Если бы не ты, я вряд ли бы стал что-то говорить. Но сейчас я попытаюсь тебе сказать несколько новых слов, потому что я забыл все, что я говорил до этого. И Махапрабху комментирует эту шлоку 61 раз? 64. 64 комментария. Понятно. Поэтому, когда мы говорим о том, что такое революционный духовный подход, в мире ограниченного, да, есть некий потолок, но безграничное всегда безгранично. И вот на этой радостной ноте мы закончим сегодняшнюю лекцию словами тем, что то, что принес Шри Чайтанья Махапрабху в этом мире, исходя из тех, кто находится на трансцендентной платформе, никогда прежде не было доступно человечеству. И тем более нам с вами. Поэтому вы в высшей степени должны проанализировать столь удачный момент, столь прекрасную возможность соприкосновения с столь глубокой духовной идеей. Если она нам не показалась еще глубокой, в этом нет ничего страшного. Вот. Самое страшное – это цинизм и банальность. Я спросил одного своего друга, который работает в Камбодже гидом. Я сказал: зачем сюда люди приезжают, вот эти 2 миллиона туристов? Он сказал: люди делятся на четкие целевые категории. Я говорю: ну вот русские зачем сюда приезжают? Он говорит: зачем приезжают сюда японцы, до сих пор понять не могу. Ну вот с китайцами, ну как бы... Они много курят и кричат с фотоаппаратами. Но вот с русскими точно могу сказать. Все гламурные эзотерики сюда приезжают только с одной целью, чтобы поставить себе галочку, что они здесь уже были. Но очень небольшое количество людей приезжают сюда с одной целью постичь что-то, чтобы им что-то открылось. Остальные просто едут, потому что некуда ехать. Ну, что-то слышали и так далее. И вот... Чтобы закончить нашу сегодняшнюю лекцию, мы хотели бы с вами соприкоснуться с этим сознанием Кришны, но не в категории того, что мы поставили галочку, там, да, я уже был в питерском храме, я уже получил Хари Кришна Махамантру, что-то не впирает, что-то мантра не работает. Это как Чукча в ухе ковырялся гвоздем и смотрел телевизор. И все, и телевизор заглох. И Чукча даже не понял, что он порвал барабанную перепонку. Он подумал, что уже не работает телевизор. Так вот, когда мы соприкасаемся с сознанием Кришны, мы должны всегда помнить, что, как правило, что-то духовное не работает в нашем случае, потому что мы делаем примерно как Чукча. Вот мы, хотя мы не шовинисты, не националисты, но данная история говорит о том, что мир красоты, гармонии противоположен миру материи, в котором мы живем. Если взять наш взгляд на реальность, то часто учителя приводят как диапозитив, знаете, как в проекторе, нужно перевернуть изображение с ног до головы. Это не значит, что мы вот так должны на боже смотреть там, или на руках заходить в храм. Нет. Это значит о том, что наше мышление, методы нашего мышления, методы нашего осознания являются материалистическими. И в этой связи Шрила Гуру Махарадж сказал прекрасную вещь. Он сказал: почему людям нравится дарвинская теория? Вы что, думаете, что она им нравится всем? Да любой адекватный человек, даже сам преподаватель, понимает, что это бред. Что сначала змеи выползли, потом у них выросли ноги, чтобы приспособиться. А когда змеи захотели полететь, им стало лень бегать, у них выросли крылья. И только потом уже, когда у них выросли крылья, они стали похожи на обезьян.
Был такой в детстве автомобиль, скрипка с фильма. И там маленький ребенок с ним рассуждал, что я хочу обезьян, потому что из них можно сделать настоящих товарищей. Такая была логическая схема. Да? Когда они уже стали обезьянами, они стали близки к настоящим товарищам. Поэтому Шридхар Махарадж сказал, идея большого взрыва, да, мы можем сказать, что она отчасти права, это расширение. Мы можем так сказать с духовной точки зрения. Вселенная расширяется. Но если вы захотите создать что-то гениальное, возьмите несколько гранат и начните взрывать это. Типа, новый художник приехал в Петербург, инсталляция, он взрывает Эрмитаж. В каждом взрыве что-то новое рождается. Поэтому взрыв, расширение, все это очень похоже на правду. Но суть не в этом деле. Ученые всегда, знаете, как мы говорим, тепло, 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 тепло. Не в этом, мы не можем винить ученых. Это наш с вами принцип попытки извратить истину до такой степени. Поднимите руку, кто смотрел фильм «Жизнь Пи». Помните, да, он говорит, какую историю вы хотите услышать? Вы хотите услышать believable story, да? Ему говорят, все это хорошо, тигр, лодка там, сурки там, светящиеся острова. Не могли бы вы нам для страховой компании теперь выдать версию? Он говорит, а, вы хотите версию для страховой компании? Почему? Вам нужна дарвинская версия. Вы хотите все объективно, все понятно. Все должно быть примитивно. Или вы хотите то, во что хочет верить каждый, и каждый верит в глубине души, но чувствует себя несколько неловко. Что вы хотите? И я спросил своих друзей, китайцев, я сказал, вам понравился этот фильм? Они сказали, ну, во-первых, нам в Китае стали очереди в этот фильм. Я говорю, почему он понравился больше всего китайцам? Они говорят, потому что китайцы как русские. Все в России все привыкли говорить одно, а верить в другое. А в Китае это очень проявлено. Верить надо там в Мао Цзэдуна, а все понимают, что ну, реальная рыночная экономика. Да? Верить надо, что Бога нет, а все понимают, что Он есть. Ну вот, поэтому китайцам очень этот фильм понравился, потому что они живут в мире, где двойственность, так же, как в нашем социуме. Мы с вами живем в той же самой схеме, да, где низменные идеалы преобладают, а высшие духовные идеалы задвигаются. Да. Где-то там, вы что, кришнаит? У вас шика? Да не, вы что, у меня просто такая косичка модная. Так у вас же вон деревянные бусы наши. Сейчас дерево в моде, между прочим. Чисто экологическое. Ношу от этих самых, от аномальных явлений, от радиации помогает. А, от радиации помогает. Вот хороший человек. А что это у вас за странная тряпка индийская? Это не тряпка, это так дали. Кто дал, зачем? Непонятно. Вот, поэтому самое прекрасное, самое совершенное чувство мы должны прятать. А вульгаризм, бравада, уверенность в завтрашнем дне, just do it. Just do it. Никто не сказал, why do it? What for? Just do it and then think why. Вот. То есть мы живем в таком социуме. И в связи с этим мы с вами в высшей степени удачливы. Почему? Потому что в какой-то степени нас всех с вами привлекла идея сознания Кришны. И многие из нас пытались уйти из сознания Кришны. Некоторые делают это каждый день. В особенности, да, те, кто живут в храме, делают это каждый день. На полчаса, пока ни под ложечкой не засосет. Потом обед, ну и все, пошел. Депрессивно ковыляя, пришел. Вернулся. Вот.
Ничего, погуляет, проголодается, придет. Ну вот. Какой-то человек может сказать, я здесь, потому что меня больше никуда не приглашают. Говорит, вы очень удачливая душа. Представляете, чтобы с вами было или с теми, кто бы вас пригласил куда-то. Поэтому у нас может быть масса разных оправданий, но сейчас время арати, и там кто-то должен махать кадилом. Yeah.